В Харьковском национальном университете воздушных сил состоялся выпуск офицеров летного факультета, которые научились управлять беспилотниками Байрактар ТБ-2. Об этом сообщает командование воздушных сил Вооруженных сил Украины. Выпускники стали специалистами по управлению и обслуживанию беспилотного комплекса Байрактар ТБ-2 и недавно вернулись из Турецкой Республики. Лейтенанты успешно завершили курс обучения в Турции и готовы к выполнению задач в украинском небе. Четверть сотни выпускников получили образовательно-квалификационный уровень бакалавр, двое получили диплом с отличием, еще двое имеют боевой опыт в операции Объединенных сил. Выпускников поздравил командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Вы начинаете офицерскую службу в обновленных ВСУ. Руководство, научно-педагогический состав университета, ваши командиры подготовили вас как патриотов, военных специалистов с высоким уровнем профессионализма, подчеркнул генерал-лейтенант. После первого офицерского отпуска молодые офицеры пополнят ряды беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Напомним, на боевое дежурство комплекса Байрактар ТБ-2 заступили весной 2021 года. Начиная с марта, они показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике. Также эти беспилотники ВСУ применяли по прямому назначению, как ударный дрон. Украинские «Байрактары» осуществляют патрулирование не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины. Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил о новом большом заказе на «Байрактар ТБ-2» в 2022 году. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!